Поезд гуманитарной помощи прибыл в Луганск. В 27 вагонах груз, который собирали жители российских регионов, в том числе Хакасии. Железной дорогой в Донбасс доставили продукты питания, воду, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Все то, что сейчас так нужно на территории, где идут боевые действия. В ближайшее время волонтеры разгрузят вагоны и доставят в города и поселки Луганской Народной Республики. Всего в рамках акции «Поезд помощи Донбассу» было собрано без малого 2500 тонн гуманитарного груза.